Партнер проекта – группа компаний «Юрпроф». Весь спектр юридических услуг. Телефон 75 13 63. Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Станция технического обслуживания «Сервискар». Профессиональный ремонт рулевого управления. Восстановление рулевых реек с соблюдением всех правил технологического процесса. Диагностика, демонтаж, замена манжет и проточка вала. Сборка и проверка на стенде, имитирующем нагрузки при эксплуатации. Установка на автомобиль и диагностика сход-развал. «Сервискар». Весенняя, 54. 12-летний мальчик пострадал в результате аварии на улице Ленина. Там школьника сбил троллейбус 8-го маршрута. Подробности в рубрике «Сводка». По данным ГИБДД, авария произошла около 9 утра. Женщина-водитель троллейбуса «ЗИУ» сбила 12-летнего мальчика, который ударился о правый борт транспорта. Школьник получил незначительные травмы и не был госпитализирован. По словам очевидцев, троллейбус ехал на мигающий зеленый, а мальчик перед своим забегом забыл посмотреть по сторонам и на светофор. В Кирове в пятницу 13-го сотрудники УФСКН задержали 19-летнюю девушку. Ее подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. После исследования выяснилось, что вещество в пакете – это синтетическое зелье. Сейчас в отношении молодой девушки-наркодилера возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет тюрьмы. Чуть ранее сотрудники наркоконтроля задержали преступный дуэт. По данным следствия, они тоже продавали синтетический наркотик. Как стало известно, задержанные мужчина и женщина уже отбывали наказание за преступления, связанные с оборотом наркотиков. В колонии строгого режима мужчина провел около года, его партнерша отбывала срок в колонии общего режима. Сейчас подозреваемым грозит новое наказание – до 15 лет тюрьмы. Сотрудники уголовного розыска разыскивают неизвестных мужчин, которые ночью 9 ноября нанесли побои 33-летнему кировчанину. Все произошло у супермаркета по адресу Московская, 149. Также устанавливается личность девушек, которые находились рядом с подозреваемыми. По словам потерпевшего, двое мужчин и две девушки познакомились с ним в ночном клубе. Разыскиваемых зафиксировала камера наблюдения, когда они пытались снять деньги в банкомате. Уже на улице между ними и потерпевшим произошла драка. Всем, кто опознал людей на видео, необходимо обратиться в полицию по телефону 67 43 20 78 15 47 или 02. Сергей Пичугин, место происшествия.